Возвращайте до 30% от покупок с кэшбэк-сервисом Letyshops. Сервис получает вознаграждение за покупки от магазинов и делится им с вами. Это и есть кэшбэк. Совершайте покупки как обычно и получайте часть денег обратно. Выводите средства любым удобным способом и тратьте на свое усмотрение. Регистрируйтесь на сайте letyshops.com и получите премиум-аккаунт в подарок. Сведения, черпаемые людьми из восточного гороскопа, часто помогают найти людям общий язык, сплотить коллективы, правильно выбрать лидеров. В этом нет ничего удивительного, ведь в нем заложена мудрость самого Будды. Интересно, 2020 год какого животного влияние получит? По легенде, призвав к себе всех животных, он увидел только 12 из них, сумевших преодолеть препятствия в виде глубокой холодной реки. За свои старания они получили подарки, знаки зодиака в лунном цикле, а каждый год был назван в честь одного из них. На животных была возложена обязанность передавать людям, рожденным в определенные годы, знаковые характеристики. Знать их полезно каждому, поскольку только хорошо познав себя, можно искать свое место в жизни. Смена знака зодиака происходит ежегодно, начиная с определенной даты января или февраля, возможный промежуток с 21 января по 20 февраля. 2020 год будет именоваться годом крысы, животного с особым характером, личными качествами. Рождение нескольких человек в один год не означает, что все они получат стандартный набор черт характера. Скорее, им даны похожие потенциальные возможности, которые каждый знак может реализовать по-своему. На 2020 год будет оказывать влияние металлическая крыса. Ее стихия металл снабдила животное амбициозностью, ярко выраженной активностью. В то же время она целеустремлена, решительно, уверенно следует собственной интуиции, ведет за собой остальных. Крыса не ищет легких путей для достижения самого высокого результата. Окружающим животным легко, хоть и неспокойно, ведь главное для крысы – собственный интерес. Такие характеристики ожидаемого знака зодиака позволяют спрогнозировать основные особенности предстоящего временного интервала. Его нельзя будет назвать простым. Животное, покрытое металлической броней, не станет отступать, она готова к настоящему результативному бою, при этом проявляя холодный расчетливый ум, а также потакая своим амбициям. С другой стороны, белый цвет шерсти животного – символ чистоты, безупречности. Знак – хороший период для начала всяческих дел, закладки новых правил. Он не раздражает, не провоцирует конфликтом. Это четкий, непоколебимый интеллект. В цене у животного будут те, кто исполнителен и аккуратен в делах, не паникует по пустякам, не будоражит окружающих. Дорогие друзья, хочу порекомендовать вам сайт знакомств «Фотострана». Уже более 45 миллионов анкет. Один из лучших сайтов знакомств для серьезных отношений, создания семьи, флирта и дружеской переписки. Знакомьтесь, смотрите фотографии, отмечайте понравившиеся. И если это взаимно, переходите к общению. Делайте подарки, создавайте чаты. Кроме того, на сайте представлена огромная игротека, от бутылочки до пасьянса. Ссылочка в описании, переходи и знакомься. Как встречать год крысы? Зная влияние какого животного по восточному гороскопу будет оказываться на 2020 год, разумно организовать его встречу именно по соответствующим правилам. Белая крыса любит шумную компанию, широкие застолья, ведь не зря на Востоке она символизирует материальное благополучие и лидерство. Компания друзей и коллег – лучший вариант ее приветствия. В одежде стоит придерживаться белых тонов, можно с элементами металлика. Приветствуются серебряные украшения, сумки, обувь с металлическими пряжками, блестящие серебром аксессуары. На столе сервизы из белого фарфора, столовое серебро. Можно, не стесняясь, достать все лучшее и праздничное, белая скатерть, элегантные элементы дизайна, ленты на стульях, серебристые новогодние украшения. Пусть не покажется странным присутствие на столе зерновых блюд, салатов с семечками, сырых овощей. Крысе необходима такая пища, чтобы поддерживать остроту своих зубов. Любит она сладости, особенно халву. Ну и на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. И если это действительно так, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также на моем канале вы можете узнать подробнее о встрече нового 2020 года. Загляни в описание, там ты найдешь много ссылочек, которые помогут тебе сориентироваться на моем канале. А с вами был Мистер Лис, всем удачи, всем пока.